Ну, сегодня у меня тестовый день. Сейчас будем проверять воду с этого аквариума с помощью теста. Тестовый стаканчик. Набираем водичку. Капаем две капельки. 10 чего-то там воды. Так, закрываем. И ждем. Наша шкала. Сейчас будем приблизительно смотреть уровень. Мне кажется, это нет, но это подходит. Хотя как посмотреть? Да нет, определенно 7,2. В старом аквариуме 7,2 pH.